Привет всем из Дрезденской галереи, из Германии. Владимир и Елена, мы поехали по старым мастерам. Соскучились за Рембрандтом, соскучились за Рафаэлем, соскучились за Тицианом. На самом деле, счастливее нас сейчас нету никого из художников, ныне живущих. Вот стоим возле Сикстинской Мадонны Рафаэля. Прошло 600 лет, а нам приходит инициация от мастера, от художника к художнику. Знания прямо здесь диктуются нам. Соединение людей между собой, Мария и Иисус, соединены почти в единое целое. Светотень идет сверху, как будто это божественный свет. Мы получаем информацию прямо из живописного слоя. Счастливее нас нет на свете никого. Если учиться у своего учителя, то надо все правила записывать. Например, Сикстинская Мадонна Рафаэля. Лицо обрамлено глубоким полутоном, поэтому цвет цельный. Главное освещение сверху и немного сбоку. Соединение между людьми, стопроцентная нежность. Композиционные струи безоговорочно правильный. Негативные пространства лечат. Приблизь Марию, пожалуйста, с Иисусом. И еще лицо ее давай ближе. Да? Продолжаем учиться у любимого учителя. Выражение лица у Марии, как будто мама рассказывает сказку на ночь. Нет белил, нет пастоза. Скульптурность и монументальность в живописи. Цвет одежд в контрасте с телом. Лицо Иисуса – восторженное спокойствие. Тональный разбор нежный. Глазные впадины – под полутоном, румянец на всю щеку, объем мышц скульптурен, глубина полутонов. Продолжаем обучаться у Рафаэля Санти. Сикстинская Мадонна, складки одежды рубленные. Хороша устойчивость двух фигур, благодаря правильно поставленной пятке. Поговорим о цвете кожи. На лице цвет кожи один, более теплый с румянцем, а на руках, плечах, груди полутон и свет других оттенков, более холодных. На самих ладонях опять он превращается в теплый. Тень лица, кобальт зеленый, кадмий красный, полутон, кобальт фиолетовый, арарат, свет, охра светлая, кадмий оранжевый. Учимся у Вермеера его основным принципам. По работе у сводницы. Цветовые отношения серого, лимонного и красного почти фортиссимо. Узоры на ковре повторяют сочетание основных цветов композиции. Декоративность пятна на одеждах.
На лицах и руках размытость краев формы, геометрическая рубленность, отсутствие собственных теней на одежде, периферийные образы, портреты без верхнего света, общая орнаментальность композиции, тональный контраст черного, серого и белого. От себя добавлю, что человек слева, предположительно, сам Вермеер. Спасибо. Как важно учиться у старых мастеров рисовать обнаженные фигуры. Вот посмотрите, Питер Пауль Рубенс «Три грации» написал так женские обнаженные фигуры, что как будто бы мы рядом с ними находимся и чувствуем их пластику, красоту и аромат тела.